турнир по художественной гимнастике «Хрустальная снежинка» проводится в нашем городском округе в 7-й раз. В этом году на него приехали юные гимнастки из спортивных и детско-юношеских школ из Балашихи, Мытищ, Зеленограда, Фрязино и из других муниципалитетов Московской области, а также из Москвы. Всего участвовало более 200 спортсменок. Художественная гимнастика не только престижный вид спорта, но и очень красивое зрелище. Девочки начинают заниматься им с раннего возраста. Тогда у них появляются шансы стать настоящей звездой, обладающей званиями, имеющей награды и титулы. Юные спортсменки добиваются результатов под руководством опытных тренеров и при поддержке родителей. Гимнастика – это самый красивый вид спорта для девчонок. Поэтому поддерживайте их в своей жизни и обязательно увидите результат. Ваши дети очень вас порадуют в следующем году и в последующие годы. На турнире Щелковской спортивной школы Олимпийского резерва награды вручались во многих номинациях, и больше половины первых мест достались спортсменкам из Щелкова. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.